Не так давно компания приняла решение о внедрении беспилотных летательных аппаратов в производственных процессах. Данный проект позволяет эффективно решать следующие вопросы: безопасность выполнения работ и минимизация человеческого фактора в ходе съемки. Второе – обеспечение бесперебойной работы карьерного оборудования. Третье – повышение скорости и объема измерений. Результаты полученной съемки мы обрабатываем в программе Pix4D, в результате чего получаем 2D, 3D файлы, которые могут быть импортированы в стороннее программное обеспечение. Мы имеем ортофотоплан, облако точек, текстурированную поверхность, структурированные линии, которые легко импортируются в такие программы, как Civil, Surpak, Combine, AutoCAD. Например, маркшейдерская съемка западных отвалов, которые территориально огромны и имеют неравномерное заполнение по площади и по высоте, дроном будет выполнено быстрее и безопаснее всего за полдня. А человеку придется обойти всю территорию отвалов пешком с маркшейдерским прибором, замерить не только объем, но и высоты ярусов около 2 недель. Сотрудников компании обучили правилам подготовки и безопасности во время полетов, ознакомились с техникой полета, основными факторами влияния на работу дрона во время полета. Сегодня технология дронов повышает и будет повышать эффективность и безопасность производственных процессов. Технология является существенным достижением в диджитализации процессов планирования и ведения горных работ –